Вот магазинчик такой, вроде как спортивный, а нашли здесь кофточки. Ральф Лорен, между прочим. Опа. Класс, чистый шелк. Всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. Мы все еще в Ахдамоле, все еще в Абу-Даби. Шли-шли, и мы наткнулись на прекрасный магазинчик брендов. Майкл Корс, Лагерфельд, Тони Берч. Сейчас все посмотрим, все покажем. Подпишитесь, чтобы не пропускать мои видосики, поставьте лайк, в конце напишите коммент. Поехали смотреть, что здесь есть. И цены покажем. Вот магазинчик такой, вроде как спортивный, а нашли здесь кофточки. Ральф Лорен, между прочим. Опа. Класс, чистый шелк. Посмотрели состав. Стоила она 1335, а сейчас 450 дирхам всего лишь. Правда, если честно, похоже на полиэстер. Но... Наташа сначала начала гнать, такая, о, полиэстер, сейчас мы их тут развенчаем мифы. Но нет, это чистый шелк, мы посмотрели. Смотри, какая кофточка. А вот Наташа такая кофточка понравилась, уж она честно, блестит нравится, тут вся прям. Но блестит. Цена совсем не нравится, 1210. 1210. Это со скидкой. Стоило 410. Made in Italy такой. Не, ну, чистый Ральф Лорен. Ну классно, классно, можно зайти в магазин, завернуть. Вау. На третьем этаже в этом моле находится, ну. Не, может быть тут и дешевле есть вещи, а может и дороже. Да, может, Наташа говорит, тут есть дешевле вещи, но вот по спортивным вещам на распродаже так не очень чувствуется. Штанишки тут типа 5, тут тоже, тут... Мне цвет штанишек этих очень нравится. Ну вот, пожалуйста, заходим, смотрим, есть Ральф Лорен. А вот Наташа нашла такой, не знаю, это пиджачок, пальтишко. Кардиган. Кардиган очень классный. Размер S, мне так приятно. Это размер S? Ничего себе, у Марины Ринальди тут размерчики. Хорошенькие у нее модели. В общем, если бы Наташа не покупала духи во всех магазинах, ну, вполне бы купила себе Марину Ринальди. Да, стоит 1500 с чем-то. Ну, это ж после скидочки. Да, да, 3 с чем-то стоит. Ну, озвучим внизу цены. С кармана. Ну, правда, не знаю, на какую-то жизнь. Это не S. Это на очень высокую женщину. Я не знаю, как это смотрит. Второй хит в этом магазине такой дождевичок от Филы. Ну, прикольный, весь прозрачный. Очень прикольно вот в купальнике, наверное, когда идет дождь, выйти на пляж. Мое мнение. Цена 280, да, стоил 560. Ну, скидки распродажи в магазине ZDIL. Наташа нашла платьишко, и вот сейчас будет пытаться в него влезть, потому что просто оно немножко неудобное, как мне кажется. Ну, чистый шелк, говорит. Платьишко Космос. По цене сколько? 1500? 1540. А сколько стоило до этого? Тоже 3000 с чем-то. 3000 где-то стоило, в общем, скидки в половину. Да, конечно, не, это тоже большое. Ой, это сильно большое. Это размер M, наверное, теперь. Вау. Я не знаю, как это выглядит, но это тоже реально. Ну, но в одном экземпляре твоего размера нет, поэтому... Чего? Все, мой размер. Дайте 1545 дирхам, пожалуйста, мисс Ольга. Ты что? Денег нет. Откуда нет. У нас деньги? Откуда училки физкультуры деньги? Боже, какой приятный. Это натуральный шоу. Ну, биг. Ну, расстроилась Наташа, да, большое платьишко. Но одно, ну что ж делать? One size. Only one size? I'll check it for you. But we have additional discount also 15% in the top and the price and everything. So, all price? Yeah. Cut for 15, half? Yeah, 15%. How? Example, this one. After this one, 15 plus, again 15%. Again 15% discount. 15 or 50? 15. То есть еще 15% скидка продавец говорит. На то, что вот мы увидели сейчас, было 50%. А теперь еще и 15. 70 приятнее будет. Да, лучше бесплатно, ну ладно, как бы. Но он же сказал, что для тебя проверить платьишко. Что я люблю в Наташе, она не сдается. Она все-таки пошла в раздевалку, влезла в платьишко. Что там влазить? Ну, я в него просто скользнула. Ну, покажись просто платье. Платье бы классно, если бы размер был мой. Да, но мы уже спрашивали, размера нету. Действительно, такого. Это натуральный шов. О, как приятно, народ, как приятно, как нежно. Ну, в общем, еще немножко ты подъешь, и можно платьишко забирать, можно влазить. А классно, да, расцветка? Да, ну, если по размеру, симпатичная, конечно. Здесь вообще много интересных вещей.
Будете в Львадхамоле, заходите в магазинчик Задил. Вот, кстати, название магазина и бренды, которые в нем представлены. Ну как вам? Ну как вам? А еще, кстати, почему-то Ральфа Лорена здесь нет. Несколько других брендов, которых мы видели. Магазинчик хороший. Вот, туалетная вода, Том Форд. Кстати, вот этот Лондон, говорят, очень хороший аромат. И цены. Майкл Корс, рюкзачок. А цены? Стоимость была 1025, сейчас 665 и 755 цены. Это наверняка старый аромат, но тем не менее. Может, кому-то нравится. But I now don't have... Тут есть и тестеры, конечно. Наташа уже добралась до тестеров. Сейчас все нюхает, все ей нравится. Как обычно. Я понюхала Герлен Сантал Рояль. Удивительный аромат. Также здесь представлена обувь. И вот такие бренды, как Карл Лагерфельд, Майкл Корс, Тори Барч. Сейчас расскажу, я уже поставила, выбрала 3 пары туфелек. Сейчас расскажу о них. Вот здесь прикольные туфли, мне нравятся. Цвет такой классный. Это Тори Барч. Стоимость 1600 стоила, 545 у нас скидочка. И дальше... Майкл Корс и снова Майкл Корс. Майкл Корс такие вот с железными серебряными вставочками. Я даже не знаю, что это. Вряд ли настоящее серебро. 445 сейчас стоит. Стоили 1110. А вот эти вот такие туфли-сандалетки очень прикольные. Мне нравятся. И сколько? Стоили 660, сейчас 225. С этой стороны покажу. Вот именно эти 3 туфельки мне понравились. Еще понравились Сальваторе Феррагамо. Очень красивые. Малиновые белые сейчас стоят 580, а стоили 1160. Очень круто. И вот такие красные на каблучках. Ярко-красные. Сейчас посмотрим, какая цена у них. Стоили 2240, а сейчас 895. Поставлю их повыше, чтобы вам был виден цвет. Но цвет вообще такой, даже не могу передать. Кроваво-красный, не знаю. Красивые. Вот еще от Феррагамо такая яркая цветочная туфелька. Стоит 1335, это 50% скидки. Стоила она в 2 раза дороже. Смотрится очень красиво. Вот еще туфельки от Майкла Корса. Такие бордовенькие и темно-зеленые. Очень красиво смотрятся. Смотрим, что по цене. Стоят они сейчас 395. И стоили в 2 раза больше. 50% скидочка. Вот зеленый шикарный такой цвет. Шикарный. Болотненький. Смотрите, какие на полочке классные туфельки. Я вообще сначала думала, что это подарки новогодние или цветки упакованы. Ну, полезнее мы сняли туфельку. Это Mio Knight. Не знаем. Такого модельера стоит 1592 сейчас со скидкой 50%. Вот. Это целлофанчик. Не знаю зачем. Может, чтобы ноги не промокали. Напишите свое мнение в комментах. Вот еще туфли. Такой велюрчик от Сальваторе Феррагамо. Очень красивый цвет, фиолетовенький. И цена у них 995, а стоили они 490. Вот цвет просто шикарный. С таким бантиком интересным.
А вот кроссовочки Фила. Мы выбрали самый красивый цвет. Коралловый, стоимость 225, стоили 500. Такой фиолетовый. Сейчас стоят 315, стоили 615. И такой, даже не знаю, сиреневый, наверное, светло-фиолетовый, 275, и стоили 610. Вот такое вот трио, которое мы выбрали, лучшие женские кроссовки в этом магазине от Фила. И вот лакосточка еще. Не знаю, такой золотой цвет и такой светло-персиковый, нежный. Значит, персиковый стоит 185, а стоили 400. И 340 стоят золотые, а стоили 710. А вот Наташин вот такой вот очень понравились кроссовочки. Ну да, прикольно, действительно классно. Такая лакоста. Что у нас по цене там? 195. 195 сейчас стоит. 490. А стоили 490. Ну, распродажи хорошие, действительно. В таком брендовом магазине. Хорошая обувь, мне нравится. Вот. Кожаные кроссовочки. Кожа. Красивые. Ну что, народ, как вам? Как вам это все? Найдете магазин в Абу-Даби сами? Надеюсь. Желаю вам хороших распродаж, брендовых вещей, магазинов и вообще фартов жизни. С вами была училка физкультуры. Ставьте лайк, пишите коммент, подписывайтесь. Всем пока!